Олег, что случилось? Что ты сказал? Да ничего, ищут повод. Я ему просто предлагал, он подходил к нам, еж руку ушиб, говорит, можно заморозку? Я говорю, сейчас он нашего когда сшиб, начал на него, типа, оскорблять. Я говорю, мы тебе руку заморозили, а ты, блядь, на него его хуяришь. Он на меня пошел ебашиться. Ну ищут повод, слушай, для драки. И Тига сразу же ищут, блядь, момент там уже, блядь, когда подлететь. Блядь, цирк нахуй, футбол играет, блядь.